не знаешь, где купить наклейки и карточки, тогда тебе сюда. Лига чемпионов, РФПЛ, Евро и другие коллекции в интернет-магазине CardPlace. Рекомендую. Ссылка в описании. Всем привет! Сегодня у меня на обзоре новая коллекция от фирмы Panini по фильму «Фантастические твари и где они обитают». В первой части обзора мы посмотрим сам альбом, а во второй распакуем 5 пакетиков наклеек. До начала записи я уже посмотрел альбом, мне он очень сильно понравился, как по оформлению, так и по качеству. Так выглядит наша обложка. На обратной стороне мы видим главных героев фильма. Тоже очень красивая картинка, как и все здесь оформление. Также в альбоме идет сразу 16 наклеек. Вот как раз и они. Первая часть и вторая часть будет на обратной стороне. Первая страница рассказывает, как главный герой Ньют Саламандр попадает в Нью-Йорк. Рассказывать историю из фильма не буду, лучше его посмотрите. Смотрите, также здесь есть стикеры необычной формы, то есть, которые выдавливаться будут. И эта форма будет совершенно разная. Вот здесь мы видим человека. Вторая страница у нас идет со стикерами Ньюта Саламандера, как раз главного героя. Следующая страница, посвященная Якову Ковальски, Тина Голдштейн и Куини Голдштейн. Смотрите, здесь различная вариация стикеров присутствует. Очень интересно будет посмотреть на них. Тина и Ньют. Судьбоносная встреча. И Куини и Якоб. Как я уже говорил, оформление здесь просто шикарное. И качество печати. Магический конгресс Соединенных Штатов Америки. Две страницы. Есть еще и круглые тут наклейки. Пересваль Грейвс, Серафина Пиквери, Объединение филантропов, две страницы, Семейство Шоу, Слепая свинья, это бар такой был, в который они попали во время фильма. Две страницы, посвященные чемодану его магическому. И далее, самое, наверное, интересное, это волшебные существа. Вот такая страница здесь присутствует. Необычная. И вот эти стикеры будут очень-очень интересные. Надеюсь, нам попадет хотя бы один стикер сегодня с чемоданом, и вы увидите, в чем их прикол. Далее, мы имеем в середине альбома две вот такие толстые страницы. И здесь рассказывается, что этот журнал имеет две обложки. Одна из них с Гарри Поттером. Сверху имеются две закладки, которые можно оторвать. Но вы сами понимаете, если вот так вот раскладывать альбом, как здесь написано, сворачивать, то скрепки, я думаю, не выдержат. Ну а так, очень все качественно. И здесь, во второй половине журнала, рассказывается о... И показываются волшебные существа Гарри Поттера. Ну, как вы знаете, волшебные существа Гарри Поттера тоже очень-очень интересные. Волшебные места в мире Гарри Поттера. Министерство магии. Маглы в мире Гарри Поттера. Ну, маглы — это такие люди, которые ничего не подозревают о магии. Волшебные персонажи в мире Гарри Поттера. Здесь мы видим картинку с Гарри, Гермионой и Роном. Неразлучная троица. Как раз опять же стикеры с ними. Магия в действии. Здесь, наверное, будут очень красивые стикеры. Черная магия. Стикеры с различными предметами из фильма. Две странички. Ну и вторая половина наклеек, которые нам даются с журналом. Ну и на последней странице вот такая вот красивая сова.
На этом альбом заканчивается, и сейчас будем переходить ко второй части. Переходим ко второй части. Смотрите, какого огромного размера сами пакетики по сравнению с FIFA 365. Открываем. По идее, в каждой пачке будет одна редкая наклейка. И выпадает первая наклейка из фильма «Гарри Поттер» с блестящей рамкой. Вторая наклейка с Криденсом Бербоуном. Это у нас Тина Голдштейн. И следующая наклейка с ее сестрой. И вот такой вот стикер еще из Гарри Поттера. Второй. Я хочу, чтобы выпала наклейка с сундуком. Хотелось бы вам показать очень-очень необычные стикеры из этой коллекции. Гермиона. Опять блестящая рамка на стикере. На этой наклейке рабочее место Саламандера показано. Гарри Поттер. Это брат Гарри Поттера и его семья. И яйцо из фильма «Фантастические твари». Третий пакетик. О, какая-то очень красивая наклейка. Первая, сейчас посмотрим. А, это выдавливается змея с этой наклейки. Тоже, наверное, из фильма «Фантастические твари». А может быть и нет, честно, не помню. Возможно, что из «Гарри Поттера». Да, скорее всего, это из «Гарри Поттера». Вот здесь у нас идет подписка, что это Гарри Поттер. А на наклейках, давайте проверим, из «Фантастических тварей» написано, что это «Фантастические твари». И эта телефонная будка тоже из Гарри Поттера. Еще один стикер Гарри Поттер. «Фантастические твари». И снова Гарри Поттер, его семейка. Четвертый пакетик. Пока ни одного стикера с сундуком не было. И опять наклейка с блестящими краями. Это момент из фильма «Гарри Поттер». Снова Тина Голдштейн и на заднем плане Ньют Саламандер. Стикер из Гарри Поттера с каким-то предметом. И Криденс Бербоун. Здесь показан Нью-Йорк из фильма «Фантастические твари». И у нас остается последний пакетик. Пока, к сожалению, ни одного интересного блестящего стикера не выпало. Гарри Поттер. Вот это тайное зеркало. И Гарри стоит. Тоже Гарри Поттер. Сегодня мне выпало, считай, все стикеры по Гарри Поттеру. Главные герои. И снова стикер с Саламандером. На этом у меня все. Всем советую посмотреть этот замечательный фильм. Пока.